Чемпионат Казахстана по легкой атлетике подошел к концу. В последний день было разыграно не так много комплектов наград, однако некоторые дисциплины вызывали у специалистов повышенный интерес. Например, мужской и женский забеги на 5000 метров, где выступали представители Кении. Шадрак Коэч и Каролин Кипкируй сейчас тренируются в Усть-Каменогорске. В своих забегах они победили с большим преимуществом. На эти соревнования я приехал из Усть-Каменогорска. Мне нравится этот город. Понравилось выступать и здесь, в Алматы. Хорошо, что мне удалось сегодня победить. Я очень рада, что у меня получилось здесь выиграть. Следующие соревнования, в которых я приму участие, будут совсем скоро. Они пройдут здесь же 24 июня. На протяжении всех трех дней тренерский состав внимательно наблюдал за ходом соревнований. Уже скоро нашу команду ожидают важные международные старты. И при этом у спортсменов остается не так много времени, чтобы выполнить нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне. Костяк сборной у нас сформировался на этот сезон, не только на чемпионат Азии. Но сейчас все-таки мы ждем выполнения нормативов для чемпионата мира. Еще несколько человек, на кого мы надеемся. Они вот показали себя, что они набирают форму. Но вот у нас еще есть в Бишкеке соревнования и Касанова. Вот посмотрим, как они будут выступать. Следующим крупным стартом для казахстанских легкоатлетов станет традиционный мемориал Гусмана Касанова. Он состоится уже в 27-й раз. В свое время на этих соревнованиях выступали будущие олимпийские чемпионы Ольга Шишигина и метатель молота из Таджикистана Дильшот Назаров. В этом году мемориал пройдет 24 и 25 июня.